Мамины глаза, руки и голос – первое, что встречает каждого из нас в этом мире. Мамино тепло и забота воспеты во многих песнях и произведениях. Но передать всю любовь и признательность самому дорогому человеку вряд ли возможно. Артисты Дворца культуры «Цементник» подарили всем мамам Воскресенска свои самые лучшие номера на праздничном концерте. Матери занимает в нашей стране особое место. Ведь каким бы взрослым ни был человек для мамы, он всегда ребенок. И волнуется она за взрослое чадо ничуть не меньше, чем за маленького. А мы чувствуем это тепло беспрестанно, как в младенчестве, когда мама проводила ночи у детской кроватки и пела колыбельные. Мама, подарив жизнь новому человеку, радуется тому, как он растет и развивается, достигает каких-то целей и становится полезным обществу. Мама с трепетом хранит воспоминания о первых словах и шагах своего чада и всегда и во всем поддерживает. Концерт получился душевным, трогательным и незабываемым. Многие артисты признавались в любви своим мамам и дарили не только яркие номера, но и букеты их любимых цветов, чем вызывали слезы умиления у всех зрителей. Юлия Тиунова, Даниил Колпаков. Новости из Кровект.